Впервые за 2 недели представители ООН доставили гуманитарную помощь в Восточный Мосул. 42 тысячи местных жителей получили продукты и наборы предметов личной гигиены, таблетки для очистки воды и канистры с топливом. Тем временем в городе продолжается военная операция против боевиков ТЭГИЛ. 17 октября ее проводят сразу несколько силовых ведомств Ирака при активной поддержке авиации международной коалиции во главе США. С севера и востока город штурмуют армия и антитеррористическое подразделение, которым уже удалось войти в ряд кварталов на востоке Мосула. С юга на иракскую столицу боевиков ТЭГИЛ движутся отряды федеральной полиции Ирака.